Первый утопленник из Оки извлечен, труп мужчины. Рыбак на лодке заметил человека в воде, позвал на помощь отдыхающих на берегу людей. Из воды был извлечен уже труп мужчины на вид 45-50 лет. На место происшествия около 2 часов дня в район лодочной станции выехали спасатели, полиция и скорая помощь. Личность погибшего, как и точное место его гибели, устанавливаются.